На территории Якутии находится более 70% мамонтовой фауны. По данным ученых, ущерб от незаконной добычи составляет более 1 миллиарда рублей в год. Сбор мамонтовых бивней нуждается в законодательном урегулировании на федеральном уровне. Евгений Тайтонов побывал в рейде. Ежегодно в республике незаконным путем добывают тонны бивней мамонта. Пересечь деятельность черных копателей пока не удается, ввиду отдаленности районов и несовершенности действующего законодательства Российской Федерации. Принятый в прошлом году в Госдуме закон о трехлетнем моратории на проверке малого бизнеса распространяется и на этот вид деятельности. Закон нас ограничивает в части проведения вот плановых мероприятий проверочных, да? А в части внеплановых мероприятий, к сожалению, вот до настоящего времени ни одного обращения не поступало в адрес вот надзорных органов. Поэтому в внеплановом порядке тоже проводить мы не имеем права. Управление Росприроднадзора совместно с Минохраной природы впервые проводит рейд, чтобы подтвердить факты незаконной добычи палеонтологических материалов, в частности бивней мамонта. Между поселками Северный и Казачи находится местность Сопливая, где приходится основная доля незаконной добычи бивней мамонта в Усянском районе. Здесь на берегу их встречает пес, затем неохотно выходит и сам хозяин животного. Им оказался 61-летний пенсионер. Использование мотопомп наносит огромный ущерб криальтозоне Якутии и запрещен при сборе палеонтологических материалов. Как признался сам Петр Филоменко, лицензии на добычу бивня мамонта у него нет. О запрете использования мотопомп узнал весной этого года, но все равно продолжал промывать грунт. Потому что зарплаты у нас какие, пенсии тем более еще какие. Сейчас меня вон за квартиру выдрали, вот 6 тысяч с копейками вот пенсия. Все на нее выживешь при наших ценах. У нас цены вон... Пойдешь в магазин, в глаза разбегается. Кусок колбасы взял, кусок сыра, 2-3 тысячи отдай. Петр Филоменко попытать свое счастье приехал еще в мае месяце. По дороге утопил машину, чудом остался жив. Вот так и остался тут до осени. Он лишь один из немногих местных жителей, кто приезжает в одиночку. Основные старатели приезжают на больших катерах, вертолетах с целыми бригадами. К моменту приезда проверяющих, как правило, всегда успевает уйти. Далее Петр Павлович показал места, где именно промышляли черные копатели. Здесь на сопке обнаружены многочисленные искусственные пещеры. Результат помповой промывки вечной мерзлоты. 8 помп, по 12 помп работало за раз. Было так, чтобы якутские помпы не могли найти. В магазине все помпы скупили. Пары малой воде, да, бивень находили. А сейчас вон 2 недели потыкались они, и бивня нету, бросили все. Пещера где-то с глубиной где-то около 10 метров. На момент осмотра вход в пещеру закрыт. Там частично он закрыт, и произошел там ранее, видимо, обвал почвы, земли. На горе копателя выписан административный штраф в размере 3000 рублей. Добытые бивни мамонта весом 5 килограмм, а также мотопомпа изъяты. Она будет возвращена владельцу при оплате штрафа. Рейды надзорных органов теперь будут регулярными. Евгений Тайтонов, НВК Саха, Усянский улус.